Приветствую всех любителей хорошего кино. Сегодня в моем новом видео речь пойдет о совместном российско-польском фильме «Дежавю». Я думаю, многие знают эту достаточно прикольную комедию такую. Вот. Ну и начнем сначала обсуждение, что вот раньше, по крайней мере, у меня вот такое издание было, да, было такое издание от Твистера на DVD. Очень нравился всегда этот фильм. Вот, и такое было издание. Вот. Но вот, буквально недавно, да, там, буквально там, в 2020, по-моему, году это было, вот, появилась информация, что в Польше выходит издание этого фильма на Blu-ray, и что там заявлена русская дорожка. Вот. Ну, очень было интересно, и, в общем-то, после некоторых информационных подтверждений, все-таки был куплен диск. Есть там, правда, небольшие особенности, но сейчас про них поговорим. Итак, вот в Польше некоторое время назад был выпущен такой Blu-ray диск с этим фильмом. Вот. Ну, Юлиуш Махульский, режиссер фильма, да, о чем мы здесь видим надпись, фильм «Дежавю». Английские субтитры здесь как раз на слипе про это сказано. Вот, и здесь, в общем-то, сказано про то, что есть английский, да, вот субтитры, русская дорожка. Но вот тут надо немножечко поподробнее коснуться. Давайте сейчас достанем из слипа издание, и я как раз об этом расскажу. Значит, в принципе, можно сказать, да, что русская дорожка есть, но с одной небольшой оговоркой. В этом фильме есть некоторые фразы, некоторые выражения, которые в начале фильма, там вот прямо первые минут 10-12, и концовочка там, наверное, тоже, что-то несколько минут, может быть, не больше 5, по-моему, вот, где много разговаривают на английском языке, там вот когда события происходят в Америке, да, а не у нас в России, вот, и в те моменты очень, некоторое количество разговоров идут на английском, и вот эти вот фразы на английском языке, они не переведены на... То есть, можно включить английские субтитры, если кто-то поможет, но они не переведены на русский, к сожалению. И вот получилось такое издание, что вроде бы вся основная часть фильма, да, все хорошо, здорово, но вот там, где есть английские фразы, которые именно по-английски говорят, они не переведены. То есть, это вот начало фильма, концовка фильма и несколько отдельных, вот там, таких отдельных прям выражениц, который в основном наш герой там говорит, по-моему, практически только от него в середине фильма вот какие-то еще есть. И вот эти вот выражения тоже не переведены. Но, в общем-то, даже при достаточно начальном уровне английского, в общем-то, легко. Да и уже наизусть практически знаем, что и как в этом фильме. Все равно очень порадовало. Нет, картинка замечательная. Если бы вот не эти некоторые досадные моменты вот с отсутствием перевода на английскую речь, чуть-чуть в начале, чуть-чуть в конце и отдельные шуточные фразы вот, по фильму. Ну, в общем-то, все равно с удовольствием посмотрел, в общем-то, не сильно напрягло. То есть, фразы, даже, которые были на английском, очень легко, довольно легкие в понимании. Вот, ничего страшного. Вот такое интересное издание. Не залоченное, то есть воспроизводится на плеерах нашей зоны. Все хорошо с этим, нет проблем. Вот, дорожка 2.0 стерео. Вот. Ну, английские субтитры, как я уже сказал. Очень Караченцев мне всегда в этом фильме очень нравился. Ну, ролика такая у него тоже забавная. Вот фильм где-то вышел на экраны в 1990 году, да, уже больше 30 лет фильму, и до сих пор, в общем-то, с удовольствием всегда, когда вот где-то попадается, лишний раз вспомню. И... Вот. Ну, этот, думаю, фильм-то, этот диск, наверное, показывать нет смысла, наверняка у многих есть, но все равно этот оставил. Здесь-то все эти фразы и в начале, и в конце, и в середине, здесь они все переведены, поэтому все равно DVD останется в комплекте. Вот. Оставлю его, никуда не буду девать, но все равно, конечно, по картинке, Blu-ray вот этот новый, земля и небо, да, по сравнению со старым DVD. Вот. Все равно рекомендую, в принципе, не так уж дорого он стоит. Не знаю, что когда я покупал в прошлом году его, обошелся там что-то около 1000 рублей. Вот. Для Blu-ray, который сейчас у нас новинки, любые, которые выходят, уже подобных денег стоят. В общем-то, мне кажется, если вам нравится действительно этот фильм,
с этими небольшими вот недочетами по переводу, все равно стоит купить. Ну, у нас его явно уже никто никогда не выпустит. Вот. А фильм, ну, очень прикольный. Вот сколько смотрю, столько всегда радуюсь. Не, прикольно. Ну, пожалуй, все. Вот. Смотрите, в ближайшее время много еще других обзоров будет по именно по зарубежным дискам. То, что по именно, ну, на мой взгляд, именно по зарубежным дискам вот мне самому в свое время не хватало, и сейчас иногда но не хватает какой-то информации. И, ну, по нашим дискам проще ее найти, а вот по зарубежным намного сложнее. И надеюсь, эта информация будет вам полезна. Вот, если вы смотрите мой канал, да, ну, подписывайтесь, будет приятно, да, видеть, что эта информация действительно вам нужна и полезна, чтобы был как бы стимул заниматься этим дальше. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Давайте будем заканчивать видео. Смотрите и другие ролики. Ну, а пока все. Всем пока.